Всем привет! 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 Мы, короче, наша дружная компания собрались по грибы! Ху-ху-ху. Поехали! Как называется? Балаганск. Балаганск, надо, блин, запомнить, я уже какой раз переспрашиваю. Далековато. Балаганск находится 220 километров от Ангарска, и мы, короче, выдвинулись туда всей толпой по грибы. В общем, тут недавно делали стрим, и Владимир отозвался, говорит, приходите, приезжайте, говорит, пособирайте грибы. Много очень груздей. Показал видео, фото, отчеты, прям там вообще там грибов много. Списались, договорились. Поехали! Нас грибы ждут! В общем, поснимаем сегодняшний наш день, встречу с Владимиром, сборы грибов, вообще сколько мы наберем. Может быть, даже получится грибы взять с собой в Китай. В общем, об этом, обо всем попозже. Заготовочками. Здравствуйте, грибники местные. Здорово. Ну чё? Чё, дорога плохая? Ну, такая вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Балаганский, да, живете? Ну. За куда едем? За грибами? Ты говорил, кушать захотел. Да, да можно, в принципе, пособирать, проголодаемся там. Есть такой вариант. Можно заехать в Балаганск съездить, у нас там кафе на берегу. По шашлычку съесть, если вы не против. И потом уже со спокойной душой сейчас подбегает как раз все. Что там, видите, вчера маленько подпакостил дождик. Ну, солнышко-то вон пробивается немного. Сегодня обещали, дождя не будет, что такая пасмурная погода. У нас с собой прямо все есть. Да? И шашлык, и курица. И шашлык, и курица есть. Так что смотрите, можно съездить сейчас сразу, поехать туда, пособирать грибы. То есть для вас-то главная задача груздей пособирать самим, своими руками. Ну да. Я вот позавчера Славе звонил, я там думаю, позвонит, не позвонит, после стрима, когда поговорили. Думаю, поеду, съезжу, посмотрю. Народу много просто сейчас едут это. Ага. То есть можем мы попасть и на оборыши где-то походить там. Но я думаю, мы все равно насобираем. Ну, вы нашим гидом будете. У меня там уже полфляги замоченных лежит, так что вы без грибов домой точно не уедете. Ой, ну не соблазняйте. Это мы сейчас бросим лес и поедем. Нет, в гости. Ну я так понял, у Кати главная задача была вот прям грузди пособирать, вот этот весь процесс интересный. Своими руками. Конечно, это же такое. Они же вот, они начинают расти где-то вот от Черемхова здесь вот. Ну вы с нами тоже пойдете? Я обязательно с вами пойду, я же у вас гид. Куда я вас лес без себя отпущу-то? Мы тут еще те грибники. Если будем дружно цепочкой ходить и обследовать все, что там есть. Смотрю вас, сколько смотрю, познакомиться. Меня дядя Вова зовут. Привет. Сонные, сонные. Рано разбудили. Ну надо, все равно вставать. Так, мы, короче, давайте за вами сейчас пособираем. Давай на ты будем разговаривать. Травка, пузика, щекочка. А дорога. Что такое? Травка пузика щекочет. Да? Как тяжело дается грибы. Вы посмотрите, что приходится делать. Преодолеваем. Пробираемся сквозь конопляные поля, блин. Посмотрите. Не говори адрес, где это растет. Не дай бог. Тут потом выкосят, все приедут. То есть захожу, если солнце слева, то выходить мне всегда надо, чтобы солнце было справа. Вот всегда заходишь, все равно видишь же, где ярче в лесу. Ага. Вот заходим, солнце слева. Возвращаться будем, солнце справа. Ага. Вот этот лесок, вокруг него везде поля. Вот. Ты в любом случае, хоть в любую сторону иди, ты выйдешь куда-то на край. На поле, да? Да, на поле выйдешь, ага. То есть вокруг. Ну он такой, наверное, слушайте, километра полтора. Наверное. Ехали мы по такой грязюке, посмотрите, просто на эти колеса. Так вот тест-драйв для Мазды. Нас там так кинуло, так там прям дети занервничали. Чего? Конопли. А вы потом разбираете? Нет. Интерес какой-то есть. Я разбираюсь. Кухаля зашел в лес сразу же. Но он какой-то червивый, мне кажется. Судя по вот этим ползающим тварям. Надо срезать, смотреть. Так непонятно. Ну, кажется, нормально. Для меня это нормально. Классно? Какой большой. И сидеть маленький. И маленький. Видели прирост, как, смотрите?
Так, ну, что, принимайте. Нет, что это такое? Это ложный. Что это такое? Это ложный, это сыроежка переросшая. Переросшая сыроежка, да. Нет, она еще не так пахнет. Вот, сейчас, подожди, найдем. Взяли вы нас. Угощаемся. Так, перекусим. Да. Нас. Да. Еще кому цветочек так, тут есть? Так, баба Люда тут напекла у нас. Без сосисок. Ой-ой-ой, сейчас чаю сделаем. Упакованные полностью, настоящие туристы. В Балаганский у меня забрать. Заедем, да? Дома. У меня для вас есть подарочки, там небольшие еще. Ой. Я вам там рыбки копченые приготовил. А что за рыба? Лещ копченый и карась копченый. Класс. И меда вам баночку с собой. Класс. А мед сами? Да, друг занимается. Ну, я занимался, бросил мне, потому что некогда. А друг занимается, вот я у него сегодня взял. Свеженького прям они вот за вчера, по-моему, скачали. Это мне дали большое ведро. А нож где у тебя? А нож? Нож дайте мне еще большой тогда. А дали же тебе. Нет, вот пусто все. Девчонки, ладно, маленькие. Это, видимо, в это, по росту они, видимо, решили. Владимир вообще решил без этого, без ведер идти. У вас же хорошие ведра. Настоящие гербики ходят с пакетами. В пакете не мнутся, а вот в ведре. Ну, ведро это идеал. Идеал, да. Выдвинулись. По полному ведру не соберем, не вернемся. Трава немного мокрая, поэтому, ну, как бы вот, все, я говорю, из нас грибников надо, там, резиновые сапоги, что-нибудь такое. А если нету, что сделать? Что сделать? Скажите, пожалуйста. Так, идем за Владимиром. Владимир там экскурсию проводит, рассказывает, где что. Надо, надо это палочками вооружиться, потому что паутины очень много в лесу. Сейчас я найду себе какую-нибудь. От отряда не отбивайтесь, пожалуйста. Все, все, смотри. Мы потеряли бойца одного. Я уже устала. Как уже устала? Мы только от машины отошли. Смотри. Слушайте, идем прям такой покров, прям мягкий прям, да? И вот это все-таки, наверное, это очень хорошо для грибов, да? Это, смотри, сыроежка, да? Шип. Это грусть. Как грусть? Вот и вот. Я растоптал? Нет. Он съеден. Он съеден. Нет, это не грусть. Не грусть? Вот эти не надо брать. Они, видите, их не едят. Сыроежка. Капец, мне, короче, за вами буду сейчас ходить, пока не разберусь. Вон сыроежка. О, это что, костяника? Да, костяника. А вот ягодку видите красную? Только не спутайте ни с какой. Такие не берете, да, значит? Нет. Сыроежечки красивые, смотрите. Уже говорят, что-то есть, да? Так. Да. Первый урожай. Самый хитрый грусть. Найди, где он растет. Найдешь? Сам. Сейчас посмотри вокруг. Сейчас, подожди. Даже не подсказывай. Он, наверное, под листвой где-то. Да-да, я же показывал тебе, как растет груз. Вот, нет? Ну-ка. Да. Это... А это один. А ты другой нашел, правильно? Я еще другой нашел. Вон он, да? Да. Смотри, иди, раскопай его сам. Смотрите. Фиголок большой. Режь его. Только там под корешок срезай. Ага, покажи. Целый. Какой красивый. Ой-ой-ой-ошечки. Клади сюда. Срез покажи, пожалуйста. Срез? Вот ножку. Ну ты закрываешь. Смотрите, какой чистенький. Я прошел, а Слава нашел. Так. Ну, я считаю, что это, это достойно. Да, вот эти не надо. Буквально вот пару дырочек съели, видишь, вон, покусали. А так-то? Классно, да? Он вообще вкусный. Надо мне. А он не влезет. Еще один, смотри, вот где поле резала. Посмотри, Слав. А посмотри. Вот рядом, где есть один груз, там где-то рядом сидит. Ты вот, видишь, короче, отрезала. Короче, грибы будут, я так понимаю. И да, оставила. Да. Слушай, а этот, по-моему, покусанный, нет? Нормально. Ой-ой-ой, что-то какой-то прям азарт попер. Только в лес зашли. И такие, смотрите, здоровяки. Татьяна, смотрите. Смотрите рядом, прям вот. Короче, надо смотреть, чтобы она листва приподнята. Надо ее, это, шурудить, короче. Маленько очисти его сначала. И прям под корешок. А какой запах от них идет? Угу. Во, молодец. Смотри, есть на нем червоточина или нет? Вот здесь. Чистенький. Смотри, чистый. Да чистенький. А слушай, а он почему такой лохматый? Вот это есть, а самый, вот это вкусный. Самый хороший. Да, можно посмотреть? Да. Такой лохматенький. О, какой красивый прям. Ну что? Я не люблю, она кислая сильно. Красивый. Офигеть. Вау. Ну еще рядом смотри. Где-то должно быть еще. Ну-ка покажи. Ой-ой-ой. Вообще чистый. Короче, мы от этого места еще отойти не можем. У Кати непроизвольный писк.
Слушайте, я раньше вообще не любила ходить в лес за грибами. Мне так не нравилось, особенно то, что паутина, насекомые, вот кусается. Это все. А сейчас мне так захотелось. Ну, видишь, комаров нету, один-два, может, летают. Вообще классно. Кстати, по поводу комаров. Единственное, что мокро. Вообще идеально. Но мы место вам не скажем, ребята, где это находится, потому что мы еще планируем сюда вернуться. А я масленка нашла. Смотрите, какой хорошенький. Их на жареху, да, кажется? Их можно мариновать. Они очень вкусные, маринованные, жареные. Какой огромный вон. Ой-ой-ой, нифига себе, какой он здоровый. Полиночка, смотри, здесь еще должны быть. Да, давай. Вокруг надо пройтись. Вокруг. Только прям под корешок. Вот так, давай. Аккуратно только, вот так, давай. Ой, он червивый там. Смотри, какие там черви толстые, посмотри. Смотри, какой там червяк толстый. Да, я посмотрю. Слушайте, но он... Ну, давайте подрежем. Нормально. Я бы ножку спилил бы, да и все, там червяк, конечно, был. Кстати, он целенький. Ну, это мясо уйдет. Угу. Это и то не червяк, это там кусочек какой. Угу. Нормально? Не кнул он тебе? Лезет? Во все ведро. Лезет. Ну и все, ты иди к машине. Почему? Набрала. В общем, за свою жизнь я, наверное, второй раз собираю грибы. Я, наверное, вначале соврал, все-таки мне нравится, прикольно. Ходишь, ходишь такой, смотришь, потом вау, я нашел гриб. Да, а оказывается, в лесу еще кто-то ходит, поэтому... Нужно кричать потише, а то они придут на наш зов. Катя так вообще развизжалась. А, я грусть нашла. Бабушка, мы здесь. Вероника нашла мох и топчется. Классно, да? Мягко. Поля, только никого не зови. Полина. Тоже твой? Пусть режет. Давай, да я ешь. Вон, смотри, один, два, три. Ай-яй-яй, вон еще. Так, тихо, вот, смотри. Раскапывай, Полин, смотри. Смотри, какой лохматый, Слав. Помочь тебе? Ты так не наклоняй. Режь правильно, режь. Она просто наклоняет. Целенький. Вообще белющий. Позовем, может быть, чтобы это... А, Поля, чтобы нам не наклоняться лишний раз. Кому грибов надо? Офигеть, вон там видели? Вообще просто офигеть. А как сложно одной рукой. О, покусаны. Ну, мы сейчас срежем. О, съедены. Не знаю, так может сделать. Смотри, полено только успевает резать. Вот это да. Да тихо, там мы не одни здесь. Тишина. Короче, где много этих березовых листьев, да, видимо, да? Ну, достойно. Прям вот. Кладем вот так вот. Вот так вот разбираем. Так, одной рукой категорически неудобно все это делать. Офигеть, они вообще нормальные все. Класс. Ну, грибники набрали. Набрали полные ведра. Идем на дорогу торговать. А сколько, интересно, ведерочка груздей это стоит? Так мы, ребята, вообще разбогатеем. Вышел у нас грибник из леса. Да. Устала? Устала. Посмотри, какой гриб. Симпатичный, главное, целый. А это что такое? Что? Волнушка, что ли? Волнушка, наверное, скорее всего. Не знаю. А потом вы сами будете смотреть. Как, устала? Ну, устала, да. Тяжело ходить, да? Тяжело, травы много, тропочек нет. Грибов много. Язык на боку у тебя. Глаза разбегаются. Мухота. Ну все, пойдем. Зато грибы будем, в общем, кушать с удовольствием. Набрали мы, в общем, грибов. Да. Полные ведра у всех. Даже еще пакет, да, полный. Пакет там, ага. Вот. Идем, короче, к машине. Потому что попить что-то мы не взяли с собой. Выгрузим и будем решать. Мама, наверное, там останешься, да? Да. Будешь отдыхать. А девчонки, кстати, у нас тоже подустали. Они вот сейчас просились. Да нет такой. Так, ну сколько мы гуляем? Где-то час, да? Больше, часа два. Часа два даже? Да. Расскажите ощущения, что такое грибы находить. Вы же раньше не собирали, наверное, такие грибы? Кстати, да, впервые точно. Я даже что-то не обратил в этот момент.
Почему? Ну, грузди собирали? На Байкале. Собирала? На Байкале собирали. А грузди были? Ну, не нет. Прямо вау, вау. И вот такого результата не было. Все уставшие, но довольные. Слушайте, ну у меня вот еще как бы есть этот прилив энергии. Сейчас его, я думаю, мы, наверное, выложим, попьем. Да, и еще. Еще, наверное, пойдем, да? А девчонки прям не хотят. А вы не забывайте, что у вас еще полфляги моченых балаганских. Вот таких лохматых. Так, завязываем, короче. Едем в Балаганск. Нам будут показывать Балаганск. Смотри, есть такое как бы хотение поехать набрать грибов, да? Но куда ехать, где шариться, знаешь? Это знаешь, вот это прям стопор у меня. Такая ассоциация, как вы приехали в Китай и не знаешь, куда пойти, да, какие ты не знаешь улиц, города. Языка. А потом со временем, когда ты осваиваешься потихоньку, ты же освоился же здесь. Находишь свою, да, я знаю, как бы это легче, когда у тебя есть какой-то помощник. Я смотрю, у вас тоже. Я тоже смотрю, у вас язык. Одна несет ведро. На плечах. Смотри, какой-то малюпасик я нашла. Опа. А этот какой красавчик. Да много красивых, и они не поедены. Помните, мы ездили, еще с папой ездили. Папа тоже ездил с нами, не ленился. Мы набрали груздей очень много, но червивые были. Да, много было червивых. А прям это я когда все не поедены. Ездила. Да, ты не ездил, я не ездил. Ездила. Очень много набрали, прям Полина очень много. Полина совсем маленькая. Но они все червивые. А здесь просто, вот, понимаете, берем вот так вот, посмотрите, вообще чистейшая, лохматая вообще. Мама Люда остается. Здесь утенечек, машину переставили. Девчонки, пойдете, нет, грибы собирать? Нет. Так, бабу Люду слушаемся, окей? А где телефон? На даче. Бабу Люду слушаемся, хорошо? Дачи, побольше грибов. Давай, а мы еще проедем немного вперед за грибами. Понял. Что это такое? Костяничка. Кислющая же. А, какая же она кислющая, она вкусная. Дайте тебе попробовать. Не, не хочу. В общем, у нас второй заход буквально вот. Машина, посмотрите, вот рядом. И уже что-то есть. Вот. Вот. Там где-то еще, да, есть? У меня тут свои, вон, смотри, супер. Ой-ой-ой, посмотрите. Ого, тут прям их это, семейство целое. Смотрите, как бы это все. Как у нас растут грузди. Ну, его чуть-чуть подъели. Ну, так. Вон ту сторону. Если сделать вот так вот, так, вот да. То он целенький. Да. Это пойдет на икру. Целый. Пойдет. Так, берем. Давай, скрываем второй. Проверим его. Это вообще красавчик. Чуть-чуть тут подъеденный. Опа, не то. Не то, да? А мы сделаем вот так вот. Операцию. Вот он, лохматик. Офигеть, покажи вниз. Вот самый красивый грусть. Во, вот так классно. Где были, покажите. Красавец, поедем. Как с картинки, да? Так, нашли, короче, рыжики уже. Какой по счету, да? Смотрите, какой здоровый. Ой, как и вон. Красивый. Так, ну, чем рыжик ценится? Ну-ка, Владимир, расскажи. Вкусом своим. Вкусом? Да. Это там вообще там мало отравы у них, да, или даже вообще нету вообще получается. Яда нет, их можно без вымачивания. Целенький. Сразу брать. И, да. Разве ножка съедена? Нет. 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 А ты вокруг посмотри, может еще будет. Да, вот да, один да. С это сгнил старый. Растут. Вы еще не устали? Я очень довольна. Нет, нет. Смотрите, во-первых, мы как бы собрали, да? То есть лес, я бы сказал, бы очень скудненько, но тем не менее, посмотрите, как много мы собрали. Вот. Катя пришла, поставила эти, как их, корзину свою эту. И еще что-то там наклоняется, собирается вообще. И под ногами нашли два прям этих. Я думаю, что, наверное, сегодня хватит. Так, она пытается надышаться этим воздухом свободы, природы, чистоты какой-то. Так, ну что у нас, товарищи? Товарищи, что у нас по плану мероприятий? Едем, забираем наших едем в Балаганск. Короче, это не закончится никогда. Смотрите, машина. Прямо возле машины. Грибы. А это вот что, сухой, что ли? Нет, это сырой, он просто. Он шляпа поеденная, покажи. Нет. Слушай, нормально. На дороге. А вот этот вот поменьше, который вот, он поеденный, видишь? Так, все, давайте не смотрим под ноги уже больше. Смотрите, какие дома маленькие, вообще необычно. Это, ну, наши обычные хрущевки, да, только у нас 5 mm-hmm. рядов, да? А здесь 2 ряда всего. Панельные дома, да. Ну, панельные. Но он говорит, таких домов мало, в основном все дома личные, как частные дома. Мы куда приехали? Это мой дом, вот я живу. Красиво. Я, наверное, что предлагаю? Сейчас помоемся, да, умоемся. Ага.
чай попьем, в туалет сходим, кто как куда хочет, а потом поедем в кафе, наверное, съездим. Посидим там, поговорим на берег, по достопримечательностям, может, на пароме, может, прокатимся туда-обратно, если жена. Я за. Здравствуйте. Здравствуйте. Это моя собачка, которую можно гладить. Он самый добрый в мире, и он никогда не кусает. Ой, я не знаю, у меня аж мурашки. Она большая, а девчонки любят всех. А он такой суетной, когда подходит его гладить. Ему надо бегать, а прыгать. Вот девчонки, если гладить будет, то ничего? Ничего, ничего. Он языкам лезет. Я же говорю, он самый добрый в мире. Я думала, брашка там. Не-не-не. Вот, вот да, самое главное. Я же замочил ваши грузди. Я думала, брашка там. И куда их будем грузить? Надо было две машины брать. С флягой берем? Ну, а потом заеду, могу вас забрать. И приедешь в гости. Будет причина приехать в гости. Да я же часто в Иркутск езжу. Покажи. Прям не отходит. Ему прям нравится. На память. Это что у вас тут? Наша достопримечательность. Ну, это обелиск погибшим. Великой Отечественной. Наши соотечественники. Сейчас делают, здесь будет... Я смотрю, улочку делают. Фонтан, да. Ну, это как центральная площадь. Это прям центр, да? Да, центр Балаганский. Ой, себе тут у них. А что это такое? Это Байкал, что ли? Это Братское водохранилище. Братское водохранилище. Самая эта ширина туда, за мыс. Так, это что такое? Паром, да? Это паром Панкратьев. Куда он? Он до той стороны идет. Через, ну, через реку переходит, через водохранилище. Ага. Слушай, это что, ракета, что ли, стоит? Да, пошли, это метеоры. А, метеор. Суда о, на, под... ну, тут прям не пройти. Суда на подводных крыльях называется. А-а-а. Паром, говорят, бесплатно. Что-то мне прямо вообще как-то не верится. В общем, вот он, вот ваш пилот. Можно было, короче, прокатиться, но 40 минут туда и 40 минут обратно. А уже нас уже вечереет, нам еще грибочки надо еще... до дому довести, помыть. Короче, мы сейчас разместились в кафе. Как кафе называется? Рыбачий домик. Рыбачий домик. Прям посмотрите, на берегу. Пэу. Вон там у нас паромчик. Мы, короче, себе заказали с местной кухни. Я себе супчик. В общем, посидим, покушаем, пообщаемся. Поговорим. Поболтаем. Было решено чокнуться за нашу встречу. Давайте. За наш сегодняшний день. Спасибо. Спасибо вообще. Отлично. Так, в общем, мы сейчас будем демонстрировать наш китайский язык, Вове. Давай, скажи, сегодня хороший день был там. Угу. Классно вообще было. Этот день. Я, знаешь, такими отрывками понимаешь, что там она говорит. А мы вас любим, мы вас вообще обожаем. Вы самые главные герои в этой серии, в этом всей затее. Ну, да. И с вас все вообще все балдеют. Это для них же создавалось, конечно, потому что говорю, на память. Да. И вообще это все для детей, все вперед. Деревенский мед. Я думаю, там баночка, там банище, посмотрите. Офигеть. Она просто неподъемная. Офигеть, баночка. Так, давайте держите, я думаю, кто-нибудь один. Ставь. Еще один подарочек. Катя, балует. Смотри, я тут вам... ставь туда подальше. Я просто видел, как вы в метро там рыбу покупали эту, да, в упаковке. Не понюхайте запах. Это лечка в чем? Сам коптил? Нет, я у нас продают. Ну, сказал бы сам, я поверил бы. Ну, я же не могу врать. Ой. Когда сам шепчу, я бабушкам вам привезу. С пивасиком, да? Норм. А вот когда мы соберемся с тобой... Слушайте, да, ну вообще, шикарно. Просто нас задарил. Ну-ка, вообще. Нюхай. Да классно. Ну-ка. Да. Ну, настоящий караси копченый вам. Вот это да. Это ничего вам себе. Класс. Угощайтесь. Спасибо. О, спасибо большое. Спасибо. Подожди. Давай, это я. Вот, это, в общем, тебе спасибо такой сладкий большое. Подарок к чаю, конфеточки и чай набор. Ой, спасибо, и это магнитик дорогие. С Гуанчжоу, прям спасибо. Непосредственно с Китая привезли. Можно я ваши щеки поцелую, девчонки? Я так мечтал. Щекины. Щекины. Ой, это вы такие классные все. Спасибо, Володя. Ребята, я так рад с вами познакомиться. Да, Володя, нам мы несказанно рады. Что я с вами. Сегодня, во-первых, провели день классно, да? Это вообще так сегодня. Много, в общем, таких вот эмоций, вот эти вот грибы, они так заставляют, да, вот именно вот. Сплошные эмоции. Потом туда свожу, это покажу. Мед на, два пакета рыбы на. А мы посмотрим потом, какие просмотры будут. Да. Смотрите, здесь два ведра, наверное, моченых уже. Моченых уже просто солить надо уже.
Короче, потом тебе приедешь. Я заберу. Да, к нам результат похода нашего. Да, ну тайная машина. Тайный результат. Целая машина. И там еще собственного производства делает. Это собственного производства. Да. Но на упаковку не смотрим, правильно? Нет, это просто тара. Это самогоночка, правильно? Да. Вячеславу Николаевичу самогоночку. Повышенной очистки. Ух ты, рыбочки. Приветик вот так вот. Вот так вот. От Володи. Доехать вам. Да. Спасибо от души. От души вообще спасибо большое. Ура! Спасибо. Девчонки. Обнимашки. Ура! Так, я рад. Давай, Володя. Ладно, Слава, давай. Удачи тебе. Да, спасибо. Во всем. Спасибо. Чтоб у тебя все перло. И тебе тоже удачи. И бизнес, и дела. Звоните. И дети росли, и все. Главное, ну, чтобы все были здоровы. И сразу же говори, все, подписывайтесь на канал. Да. Лавай, подписывайтесь на канал. Всем пока.